Алло, Владимир Владимирович, Одесса беспокоит. Ага. Я вам не на украинском языке говорю, на чистом русском языке говорю. Идите домой, Владимир Владимирович, идите. Алло, Владимир Владимирович, здравствуйте. Это вас из Одессы беспокоит. Угу. Чтоб вы себе знали, Владимир Владимирович, так соседи себя не ведут даже в одесской коммунальной квартире. Так что сливайте воду, гасите свет, идите домой. Идите домой, Владимир Владимирович. Алло. Алло. Это Владимир Владимирович? Одесса на связи. Мы в Одессе, как и в Крыму, привыкли все сдавать россиянам. Ну, во-первых, летом. А во-вторых, даже маленькую комнатку в летний пристроечек, только очень задорого. У вас не хватит. Идите домой, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, Одесса говорит. Мне тут сказали, что вы везде стучитесь и просите добавить вас в друзья. Так вот, с такой дружбой я вас отфрендживаю и забаниваю. Идите домой, Владимир Владимирович. Алло, Владимир Владимирович, это скульптор из Одессы. Моя профессия – отсекать все лишнее. Идите домой, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, Одесса на проводе. Я врач-сексопатолог. Честно. В 10-й больнице работаю. Владимир Владимирович, вам уже за 60. Вас ни на Крым, ни на всю Украину не хватит. Идите домой, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, здравствуйте. Это Одесса беспокоит. Слушайте, мне тут сказали, что вы хотите меня лично защитить. А что вы автоматчиков присылаете, танкистов? А давайте лучше, сами, лично. Слушайте, а лучше идите домой. Ага. До свидания. Володя! Алло, это Сережа из Одессы. Да. Я сейчас в Нью-Йорке на Брайтоне здесь. Ну что сказать, тут русских много, говорю. Не хотите позащищать немножко? Ага. Ну, в общем, Володь, гоу-гоу, наверное. Идите домой, Владимир Владимирович. Алло, Владимир Владимирович? Да, здрасте. Это из Одессы. Владимир Владимирович, такое дело... Понимаете, у нас тут, представляете, в Крым приехали какие-то солдаты, да, военные. Нет, не российские, ни в коем случае. Приехали и захватывают администрации, да, порт. Я, собственно говоря, чего звоню? Вы идите домой, Владимир Владимирович, и посмотрите там, может, не дай бог, у вас там что-то захватили. Сереж, подожди. А? Здесь Виктор Федорович звонит. Ну, скажи, пускай подождет. А сколько? Лет 100. Ага, я понял. Да, все, спасибо, Владимир Владимирович. Идите домой. Алло, Владимир Владимирович. Приветствую вас. Это из Одессы Юра, музыкант. Я как музыкант, пианист из Одессы, умею играть на пианино. И играя, знаю, как не беспокоить соседей. Вы знаете, если есть необходимость, я могу и вас научить, как соседей не беспокоить. А пока идите домой, Владимир Владимирович.